Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Rage 2. Охренеть! Ну что ж, нам теперь с вами нужно получить 5-й уровень у всех наших союзников для того, чтобы продолжить кинжал проект. Поэтому надо выполнять сейчас задание у каждых. Поэтому давайте смотреть, что у нас есть на карте. Начнем, наверное, опять-таки, все-таки с этой территории. Регион Кривые Каньоны. Будем потихонечку зачищать его. Соответственно, здесь и ковчег надо будет забрать. Ну и попробовать, кстати, поуничтожать сторожевые башни. Тут еще у нас есть какие-то неизведанные места. Горная крепость. Ну, давайте потихонечку начинать. Начнем отсюда, с неизведанного места. Могу я к нему проехать, кстати? В принципе, да. В принципе, да, поехали. Системы активируются. Мы с вами в прошлой серии прокачали еще возможность искать планшеты и контейнеры. На радаре появляется специальный такой значок. Ух, чуть не врезались. Потому что мы с вами в аэропорту еще не все нашли. Возможно, туда мы потом с вами вернемся. Что интересно с тем знаком вопроса? Что там такое? Может быть, это информация, полученная с помощью планшетов? Проехал. И вот мы на месте. Так, наблюдательная точка. Здесь просто тупо точка, да? И здесь есть... Два контейнера. Торговец, торговый автомат. В разных уголках пустоши стоят самодельные торговые автоматы, принадлежащие членам торговой коалиции. Эти автоматы играют роль магазинов, в которых можно только купить товары. Только купить, в них продать нельзя. Так. Ну и... Все внутри, что ли, контейнеры располагаются? Да, все внутри. Один... Два. Так, ну что, получается, точка зачищена. Контейнер открыт. Завоеватель. Замечена разумная форма жизни. Спасибо. Так, можем купить. И мы с вами купим боеприпасы для штурмовой винтовочки. Также гранаты. Также лечилочки. Так, усилитель нанотритов. В наличии две штуки. По цене 1500. Многовато, не хочу. Мы, кстати, можем, получается, вот эту вещь притащить куда-нибудь себе. Этот транспорт потом использовать, но... Вопрос. Тут куча транспорта. Вот, кстати, завоеватель. Доставьте машину в торговый город, чтобы получить к ней доступ через меню транспорта. Давайте доставим хотя бы одну машинку. Смотаемся. Чего бы нет. Мне просто интересно, я могу ее прокачивать или просто я могу прокачивать только Феникс один свой? Ну, да. Хотя у него тоже есть форсаж. Thank you.
Интересно, а к этой точке наблюдателя могу перемещаться потом? Включен режим ожидания. Убрать транспорт. Так, доступен новый транспорт завоеватель. А, давайте посмотрим в гараже. Можно ли его прокачивать? А, нет, я могу только поменять только внешний вид. Ага. Ну, понятно. А, так еще за это дают запчасти. Вот это вот вообще интересно. Хорош. За доставку транспорта дают запчасти. Неплохо. Неплохо. Тем более, мой Феникс, кстати, здесь опять-таки остался. Смотрим. Могу ли я переместиться в эту точку? Нет, к сожалению, не могу. Ладно, поехали уничтожать тогда правительственную башню. Держи на газ! Для всего и свое место и время. Это сейчас к чему было сказано? Интересно, я же вроде как прокачал ракеты, да? Как им пользоваться? Они вроде как должны быть установлены сразу. Так, где эта башня-то? Не вижу особо я ее здесь, с этой стороны. Ну, приехали. А, вон оно, кстати. Возвращайся скорее, Уокер. Система обороны готова к развертыванию. О, какая. Стоять. И что происходит? Ого! Так, главное этот луч не прозевать. А, я его прозевал все-таки. Отлично. Стражевая башня ликвидирована. И мы, в принципе, прокачиваем, да, уровень? Да, третий уровень, хорошо. Доступны три проекта. Сердечник из ковчега. Редкий сердечник из ковчега. Доставьте его кибердоктору источника, чтобы установить себе превращение. Ищите сердечники из ковчега в сундуках ковчегов, а также у торговцев информация в стражевых башнях, предстоит и флама-роботах. Окей. Стражевая башня больше не опасна. Отлично. В таких башнях бывает бесценная старая техника. Забери все, что сможешь. В башнях? Так, мне надо найти контейнеры. Они должны быть где-то в этой части. С неба падает камень. Метеорит. Наверное, столкнулся с чем-то и упал с орбиты. Вам нужно его осмотреть. Он может содержать филтрит. Угу. Осмотрим. Как-нибудь потом. Что-то как-то радар особо не помогает, блин. Так, отсюда, получается, теряю сигнал. Вообще не помогает радар.
Где-то в этом здании, наверху. Я же внутрь не попадаю, правильно? Правильно. Я вроде на крыше был, там ничего не было. Внутри, что ли? О, тут целый склад. Но опять-таки, контейнера-то здесь нет. Он даже меня, наоборот, отводит от этого контейнера, от этого места. Тут просто всякий хлам. Деньги, хлам. Странно. Лучше бы его, знаете, как с помощью концентрации можно было посмотреть, где они находятся. Либо где-то в этих зданиях с какой-то стороны можно попасть. Надо просто внимательно побегать. Да нет, нигде входа нет. Абсолютно. Стоп. А, нашел. Нашел. Один из трех. Все-таки он на крыше, получается, они. Окей, давай смотреть. Теперь где-то, получается, в той стороне. Не понял. Как-то он странно теряется сигнал. Вообще непонятно. Где он? Вот, приближаюсь, приближаюсь. Ближе, ближе. Еще ближе. Где-то здесь, на мосту, что ли? Здесь? Нет, не здесь. Попробуем найти. Может, реально на мосту? Да, в натуре два ящика на мосту. Отлично. Ну все, локация полностью пройдена. Получили еще 3 проекта. Полностью здесь еще зачистили. Давайте смотреть дальше, куда отправимся. Отправимся мы с вами вот сюда. А потом уже в сторону ковчега. А, тут, кстати, есть еще... Да, давайте сначала к знаку вопроса, а потом уже туда. Офигел, что ли? Это что сейчас забыл за бардак здесь? Вот сволочь. Системы активируются. Поехали. Узнаем, что у нас там дальше.
тоже, возможно, какой-то наблюдательный пункт. Да, нет. Что это? Вид со скалы. Включен режим ожидания. Так, три контейнера. Я, конечно, получается, могу прыгнуть, да? Офигеть. Ну тут, конечно, надо разгоняться по полной. Блин, я хочу попробовать, но я боюсь, что я разобьюсь насмерть, блин. А, это было бы классно. Еще одно бандитское логово. А, все-таки это бандитское логово. Угу. Это получается только я туда таки... А, нет, я могу, в принципе, так попасть. Сюда. Не, ну мы сначала идем сюда. Можно либо так попасть. Так, остался еще последний контейнер. Вот лучше была бы какая-нибудь прокачка, чтобы ближайшее все окружение можно было бы собрать. Вид со скалы. Так, все это заманчиво. Так, все это заманчиво, блин. Прямо отсюда прыгнуть. Ладно, поехали. Ну. Я на медобслуживании. Прошу подождать. Ну вот. Я снова в деле. Ну тут надо брать разгон хороший. Я, возможно, так и сделаю, когда мы на эту базу будем нападать. Еще одно бандитское логово. Ну, приехали. Понеслась. Так. Все, патронов нет, наступаем. Давай, давай, попробуй. Молодец. Ну и где они? Отлично. Так, усилители нанотритов. До свидания. Опа. Все. Прочь на крышу. Уничтожить всех хмырей выполнено. Второй уровень и еще плюс 3 проекта. Замечательно. Так, еще получается 5 контейнеров здесь.
Ну вот, теперь давай искать. Филтрит. Так, где-то здесь. Выше, что ли, располагается? Или ниже? Ниже. Да. С этим радаром хоть в таких местах попроще будет искать. Так, куда? В эту степь? Нет, отдаляемся. Отдаляемся, не сюда. Так, здесь ничего не было. Ну, тут целый склад. Но ничего, что следовало взять. Так, отсюда я, в принципе, заходил. Так, ну и куда? Так, здесь я тоже был. Ну да, я здесь был. Блин. Осталось вас, получается, здесь еще трое. Три контейнера, но я нифига не вижу, где они. Где-то снизу, что ли? Да нет, не снизу, ничего нигде нет. Не понял тогда. Ну тогда не особо-то помогает. Там, что ли, где-то? Вот заныкали. Окей. Еще два осталось. Еще два. Так, где-то прям здесь. А где здесь? Где-то прям здесь. Я тут был. Ну. Ну, спрыгни вниз, пожалуйста. Не хочешь? Ну, показывает прямо здесь. А вот где? Нифига не видно. Здесь нету. Здесь как бы тоже пусто. Чё-то как-то странно, блин, все это дело. Опять-таки где-то здесь. А, блин, вот он стоит. В темноте вообще не видно, блин. Допустим, остался еще один, который где-то должен быть здесь.
Где он здесь может быть? Блин, тут уже все обошел. Выше, если поднимаешь, что сигнал теряется. Значит, должен быть где-то снизу. Это же логично. Так, странно. Вот должен быть прям где-то здесь. Куда они могли его заныкать? Блин, вон он. Нашелся. Нашелся. Все, полностью зачищена территория. Окей. Где моя тачанка? Бляха-муха, тачки опять нету. Ну, просто на это ехать. Куда деваться там? Потом доставим ее куда-нибудь в торговый город. Заодно сразу разблокируем. Потому что тачки-то моей нет. Тачки нет. Тогда давайте сюда. Очередной у нас будет ковчег. Возможно, сразу разблокируем уже 5 уровня. Воу-воу-воу-воу. Чувачки, я не хотел. Ликвидируй сторожевую башню. Не сейчас. Сторожевая башня правительства. Хотя, подожди, если она открылась... Если она открылась, если она по пути, давай тогда ее уничтожим. Блин, откуда они знают, что это я? Это же их тачка, хмырей. Откуда они знают, что это рейнджер? Что за бред? Все? Тихо, стоять. Система обороны готова к разбитию. Интересно, если буду в здании находиться? Не, без разницы абсолютно. Луч. Система обороны готова к разбитию. Черт. Фигня ваша сторожевая башня. Еще одна ликвидирована. Окей. Еще одни сердечники из ковчега. Замечательно. А, тут только сторожевая башня, да? Ничего больше нет. Ну так, можно пособирать всякие коробки, но... Ну, разбивай, пожалуйста. Ой-ой-ой, нету, фоткнул-то. Ладненько, поехали дальше. Раз здесь больше ничего нет, значит, идем сюда. Ой-ой-ой, чуть не свалился сейчас. Вот это сейчас было бы классно. А мне как раз все равно надо было в ту сторону, блин.
другие звуки, когда он раздавливает что-то с чем-то. Тихо. Оу! Здорово. Поехали. Неудачный поворот. Так она ликвидирована, эта башня. Все уже. Неудачный был поворот. Что это за звук пошел? Тихо, потихонечку. Вот так. Это ковчег. Джекпот. Джекпот. Так, ковчег, сундук 1, контейнеров 2, 3 планшетика. Я думаю, до того, как найти ковчег, мы с вами тут сейчас обыщем. Отчет восточных псов. Связь с местом проведения проекта «Перчатка» утеряна. Возросшая активность литосферных плит привлекла внимание противника. Сотрудники пропали без вести. Рекомендация. Свернуть проект одобрена квасиром. О, квасир. Кто-то пытается взломать ковчег, но у него вряд ли что-то получится. Так, тут что-то еще есть. Еще один планшет. Журнал квасира. Запись. В работе над нанотритовым штаммом для управления гравитацией Розенберг дошла до этого. До этапа, когда ее уже не нужно постоянно консультировать. У нее достаточно ресурсов и бойкий ассистент. Если мы доведем проект «Перчатка» до ума, то получим серьезные преимущества. Через неделю я проверю успехи Розенберг. Так, хорошо. Воу, черт. Что происходит? Блин, там был этот контейнер. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Я бы с удовольствием, только надо понять, как тут забраться теперь. Блин, а там был контейнер, да? Как мне потом выйти? Дать получу какую-то способность. Досмотр завершен. Господин президент, добро пожаловать в ковчег 403А. Я теперь буду везде, господин президент, да? Ну, круто. Да, какая-то способность. Вы установили ID-сертификат «Вихрь». Этот сертификат позволяет генерировать движущееся силовое поле, которое может ловить врагов и поднимать вас. Да. Зажмите Ctrl и нажмите R, чтобы выпустить антигравитационный вихрь, который захватит ближайших врагов и предметы. Еще. А, не всех, да?
Ну, допустим. Мы закончили. В смысле, а как мне подброситься вверх? Используйте вихрь, чтобы добраться до указанной точки. Вот. Давай попробуем. Чтобы влезть, вводите в вихрь, пока он не исчез. А, я понял. Еще разок. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Вихрь». Знаю. Теперь смогу отсюда выбраться. Так, найдите, смотрите, ковчег, все понятно. Пятый уровень получили. У квасира. Заряд здоровья, способности, боеприпасы для установки винтовочки. Желаю вам возродить цивилизацию, господин президент. Спасибо. Я думал, я возьму, использую способности, оказывается, нифига подобного. Так, надо искать планшетики. Сколько еще осталось? Один планшетик, один контейнер. Сундук-то я видел. А, я как раз к нему и вышел-то. Ну, да что ты творишь? Замечательно, модификация оружия. Хорошо. Так, подожди, тут что-то было. А чё вдруг такая музыка пошла напряженная? А все уже не выпускают? А, вот же планшет лежит. Последняя запись помощника Вена. Предыдущие записи повреждены. Запись 135. Розенберг спит, квасир в отключке, так что я наконец могу внедрить новый сердечник. Расчеты перепроверены дважды. Риск довольно большой, но сейчас игра стоит свеч. Они поймут, когда я покажу им результаты. Усиливаю поглощающее поле на 100%. Беспокоиться не о чем. Наконец у нас будут настоящие результаты. Так, хорошо с этим разобрались. Получается, остался один контейнер. Кому видно, тому стыдно. Так, а где что-то был последний контейнер? Где-то в той стороне. Все, что ли? Подожди, где-то должен быть контейнер еще один. Где-то в той стороне. Давай догуляем. Как раз под конец серии. Наверху, что ли? Не наверху. Засаду решили строить.
Не получилось. Так, ну мы здесь с вами, получается, все, да? Все полностью зачистили. Окей, тогда у нас, получается, здесь есть недалеко колонна. Надо попробовать свои силы с колонной. Но этим с вами уже будем заниматься в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.